Герой сегодняшнего обзора – Asus RT-AC51U. Это один из самых доступных маршрутизаторов с поддержкой стандарта Wi-Fi 802.11ac. За сравнительно небольшие деньги пользователь получит беспроводную скорость передачи данных до 733 Мбит в секунду, 400 Мбитных LAN-порта и USB-разъем для подключения периферии и создания персонального облачного хранилища Asus AI Cloud. Asus RT-AC51U поставляется в типично оформленной для данного бренда картонной коробке. В комплект поставки маршрутизатора входит миниатюрный блок питания телефонного типа, короткий сетевой кабель RJ45, диск с необходимым программным обеспечением и сопроводительная документация. Маршрутизатор выполнен в фирменном стиле компании, характерными чертами которого выступает черный цвет оформления, острые грани корпуса и диагональная текстура главной панели. Габаритные размеры маршрутизатора составляют 189 на 129 на 36 мм, вес 270 грамм. Это довольно компактное устройство, для которого не придется подыскивать отдельное место. Маршрутизатор легко поместится на краю стола или книжной полки, не говоря уже о антресолях. Маршрутизатор рассчитан на эксплуатацию в горизонтальном положении, на что явно указывают резиновые ножки на днище корпуса. При желании эту модель можно будет повесить на стену с помощью двух крестообразных отверстий под крепежные винты, развернув внешние антенны в нужном направлении. Расположенные по краям задней панели две внешние антенны могут вращаться на 180 градусов относительно оси крепления и располагают тремя фиксированными углами наклона под 0, 45 и 90 градусов. На плоской части верхней панели можно найти логотип производителя и наименование модели. Под текстурированной пластиной скрыты 9 светодиодов синего свечения, которые сигнализируют о режимах работы маршрутизатора. Так, первый указывает на подключение питания, за ним следуют индикаторы работы в диапазонах 5 ГГц и 2,4 ГГц, наличие периферии в USB-разъеме, активность LAN-подключения, а также присутствие проводных клиентов для каждого из четырех RJ45 портов отдельно. Передняя панель маршрутизатора абсолютно свободна. На боковинах и днище корпуса можно обнаружить ряд отверстий для естественной вентиляции внутреннего пространства. Все органы управления и разъемы привычно вынесены на широкую заднюю грань. Здесь можно найти заглубленное отверстие RSA для принудительной перезагрузки устройства, кнопку включения с фиксацией, гнездо зарядного устройства, порт USB 2.0 и кнопку WPS. Далее следует один LAN-порт и 4 LAN-порта в 100 мегабитном исполнении. Модель представляет собой двухдиапазонный Wi-Fi маршрутизатор стандарта 802.11ac с четырьмя 100-мегабитными LAN-портами, разъемами USB 2.0 для подключения разнообразной периферии и поддержкой облачного сервиса Asus AI Cloud. Устройство построено на центральном процессоре MediaTek MT7620A с рабочей частотой 580 МГц. Данный чип отвечает за работу в стандартах 802.11bGN и передачу данных в Ethernet-сети, а вот для работы в стандарте 802.11ec используется отдельный чип – MediaTek MT7610E. Емкость флеш-памяти составляет 16 МБ, объем оперативной – 64. За работу в диапазоне 2,4 ГГц отвечают две внешние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi. А вот для передачи данных в диапазоне 5 ГГц маршрутизатор Asus RT-AC51U использует одну внутреннюю антенну с коэффициентом усиления 3 dBi. Маршрутизатор способен обеспечить скорость передачи данных до 300 Мбит в секунду в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит в секунду в диапазоне 5 ГГц. Таким образом, общая скорость передачи данных по беспроводному каналу теоретически может составить 733 Мбит в секунду. К USB-разъему можно подключать 3G-модемы, сетевые принтеры и внешние накопители, а также использовать его в качестве зарядного устройства для смартфонов и планшетов. Фирменный интерфейс Asus WRT позволяет быстро сконфигурировать маршрутизатор по требованию конкретного пользователя, а также легко осуществлять непосредственный контроль в повседневных условиях. Отметим, что модель Asus RT-AC51U поддерживает такие возможности, как гостевые сети и родительский контроль, диспетчер трафика и управление приоритетом использования пропускной способности канала, а также USB-приложения AI-диск, файл и медиа-серверы, сервер печати, 3G-4G модемы и менеджер загрузок. В итоге Asus RT-AC51U – это отличное решение для тех, кто ориентируется в первую очередь на беспроводной сегмент и хочет получить поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 802.11ac за небольшие деньги. Если вы планируете построить быстродействующую проводную сеть, то лучше присмотритесь к моделям с гигабитными портами. Особо отметим USB-порт, который позволит сделать ваш маршрутизатор еще более функциональным за счет разнообразной периферии. Спасибо, что смотрели нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.